Уже разработана схема дислокации павильонов. По данным муниципалитета, конструкции будут сборно-разборные. Их стилизуют под ярмарочные комплексы. Места будут предоставлять исключительно сочинцам, которые выращивают сельхозпродукцию. Я ставил задачу построить на подходах к пляжам, к морю, построить так называемые социальные ряды и предоставить бесплатно нашим жителям, которые производят продукты, для того, чтобы они их, чтобы свою продукцию продавали. Как эта работа обстоит? Уже много заявок от местных наших жителей, которые выращивают сельхозпродукцию, которые хотят реализовать их. Это в основном пенсионеры. И по 5 рядов мы сейчас устанавливаем. Я думаю, что, конечно, их нужно будет больше, и мы расширим эту дислокацию этих социальных рядов. Организация таких социальных торговых рядов позволит муниципалитету решить сразу две проблемы. Курорт избавится от несанкционированной и уличной торговли, а пенсионеры получат возможность подзаработать. Мини-сельхозярмарки начнут работать в Сочи с 1 мая.